Вот такой первый образ. Девочки говорят, что скромничать, одевай корону. Очень красивое платье, конечно. Угу. Ой, красота. Угу. Красавчик. Так, еще у нас такой вариант красивый есть. Кукляш такой, Барби. Со спинки красиво. В общем, выбираем. Все, я побежала, выбрала платье, девочки. Пока-пока. Я убегаю. Убегаю. Длинные подолы. Боже мой, какой! А его можно снимать, он инстаграм навел. Кто у нас? Кто здесь? Мальчик, у меня нет невидимая красотка загорела. А ты какая красотка? Я приехала, то еще не загорела, она загорела. Да, я думала, ты не прилетишь уже. Смотрел, да, стиль. Все мы тут. Какие люди! Какие люди, посмотрите, все свои. Вообще, это вообще Голливуд. А главное, какие, обратите внимание, да. Сегодня все красиво. Да? Очень все красиво. Арома, бабочка, галстук. Мы на финишной прямой. Процесс подготовки. Анечка приехала забрать меня просто с нуля за сколько? Чуть меньше 2 часов, да. Просто... Успеть все. С определенного возраста раз в неделю это охуительно. Не вешай на себя все то, что не нужно вешать. Получай кайф от себя, и все идет нахуй, ты понимаешь. Мы сейчас находимся, все снимают сторисы. Соответственно, и мы должны снять 100%. Моя королева, посмотрите, боже мой. Первое правило блогера. Да. Если снимаешь в недостаточно светлом помещении, то... включай вспышку. Да я не знаю об этом, отстань. Где ее? Давай покажем, где мы. Где мы? Видите, там написано. Мы у Бузовой на юбилей. Ой, ничего себе, пресса, извините, ребята, я оторвусь.
себя на розовом. Сладострастие. Да, да. Ты слышишь, мужик, ты что тут подкатываешь моей женщине? Давай, одно слово, ну. Влад, не уходи. Сладострастие. Мой. Let's get down. Какой мы выбрали отель. Я очень много читала разных отзывов, остановились на Мариот. Сейчас покажу вам наш номер. И для меня главное условие было, чтобы был балкон. Без балкона вообще, я думала, прям не знаю, буду тут скандалить, пока балкон не дадут. Ну что? Да-да-да. Очень уютный такой теплый номер. Подсветка зеркала, классно. Зеркало во весь рост. Я тоже его люблю. Но главное, конечно, балкон, 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 балкон. Как вообще взять номер без балкона? Шикарно. Солнышко радует нас. Погода замечательная. Нас все пугали, что мы тут замерзнем, что брали кучу теплой одежды. Бабушка, моя мама, в общем, набрала целый чемодан свитеров. Переместимся в сегодняшний день. Я знаю, что все очень ждут сторис со Святославом, но я считаю своим долгом рассказать вам, что я заказала на днях. Кто-то меня как-то спрашивал в директ про карту желаний. На самом деле, я когда-то ее делала, но что своими силами. Тут я узнала, что можно заказать просто готовый набор для создания карты желаний. Смотрите, какой крутой набор, целая папочка. И тут все, что только нужно. Более 200 правильно сформированных желаний, картинки. Причем на любой вкус, все, что вы только пожелаете. Смотрите, все. Как пока варианте вы можете прям сразу создать свою карту желаний. Спонсор нашей программы — вот Григорий Лепс. Что? Я тебя.
ты далеко. Я не учусь от боли.